из НР. Как Сода удаляет грязь со старых кружек, так и Грудинин с его командой уберут коррупцию внутри Несколько страны. Несколько лет назад ко мне пришел один человек, который сказал: слушай, 5 миллионов долларов, и ты станешь членом Общественной палаты Российской Федерации. Через несколько месяцев я его увидел как члена. И у меня был выбор: либо построить детский сад, либо стать членом Общественной палаты. Я выбрал детский сад. И я думаю, что никаких плохих бизнесменов, которые коррумпируют хороших чиновников, у нас не существует. Весь бизнес поставлен в ситуацию, где, если ты хочешь, чтобы развивался твой бизнес, ты должен либо быть родственником или другом какого-то чиновника, либо платить сумасшедшие взятки. Причем один из наших теперешних оппонентов, известный журналист, как-то в передаче в прямом эфире сказал: ну вы же тоже платите взятки. Он даже представить себе не может, что можно заниматься бизнесом в России и не платить.